Здравствуйте! Сегодня мы приготовим изделие из дрожжевого теста «Улитки с изюмом». И, как обычно, займемся дрожжевым тестом. В теплом молоке растворяем дрожжи, добавляем соль и муку. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место на час. А пара у нас подошла. Теперь добавляем следующие ингредиенты. Масло. Яйцо разбиваем. Добавляем сахар. Лимонную цедру. Все хорошо размешиваем, сахар должен раствориться. Теперь добавляем остаток муки. Для того, чтобы тесто отставало от рук и от миски, нужно чуть-чуть добавить растительного масла. Тесто ставим на расстойку еще на 1 час. Тесто у нас подошло. Теперь приготовим начинку из марципана. Марципан размять. Добавить туда молоко и ром. Все это перемешать в однородную массу. Раскатываем тесто в пласт. Промазываем марципановой пастой. Посыпаем изюмом. И скручиваем в рулет. Разрезаем на куски по 3 сантиметра. Булочки ставим на расстойку минут на 40. Заготовки смазываем яйцом и отправляем в духовку. Булочки мы достали из духовки. Теперь, пока они горячие, приготовим глазурь и быстро зальем глазурью. Сок лимона смешиваем с сахарной пудрой. Как только булочки остынут, можете подавать к столу. Приятного вам чаепития!